майже там третина виборців зараз віддають перевагу чинному президенту, тому що він сильний лідер, так ви сказали, і тому що це команда професіоналів. Соціологи, так? Сказали так. І соціологи це сказали, ці дві причини. І от тут цей виборець прийшов до вас і радиться, каже, слухайте, не буде в бюлетені Віктора Федоровича. Ви, як психолог, скажіть, куди ці голоси підуть? Третини виборців. Спасибо, что вы именно этот вопрос мне задали, потому что здесь очень хорошо. Вот сложно действительно конкретные факты сказать, в чем же заслуги. Действительно, я поддерживаю в этом плане социологию, но это как бы то, чем живут люди, то, как они это видят. Это попадение в некий архетип, действительно сила. Вот я считаю, в этом есть огромный плюс Кличка, потому что он и всем своим внешним видом, своей до этого определенным репутационным мифом, который у него сложился в спорте, он является сильным. И он заявляет об этом. Он говорит, что если надо будет, я тоже включусь в это противостояние. Вы хотите сказать, что эти 30% перейдут до другого сильного лидера? Когда они выбирают между двумя, они все-таки в пользу Кличко. Это я говорю о том, что психологические аспекты восприятия здесь Кличко достаточно сильны. Именно как, ну, батько нации, как певный, такие, ну, опять-таки, это попадение в архетип. То, что есть бессознательно у людей, коллективное бессознательное, оно есть. Действительно, Янукович может быть и тем, что он там не огромный спикер, оратор, которым, например, есть там некоторые оппозиционные представители. Они достаточно хорошо подкованы в этом всем, да, но при этом не воспринимаются так серьезно, не воспринимаются так статно, сильно и властно, как воспринимается Кличко. Огромный его плюс в том, что есть еще незапятнанная политическая репутация. Вот, это властная, тоже большое.